Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Мыло Опт. И сегодня хочу показать вам пигмент косметический, зеленого цвета. Фасовка 10 грамм. Поставщик Китай. Пигментные порошки используют для мыловарения. Если вы делаете мыло нескольких слоев, то эти пигменты сделают эти слои совершенно разные. Они не смешаются цвет, он будет яркий. Будут разнообразные. Также можно добавлять, например, в шампуни или в маски для волос. Эти пигменты придадут вашей косметике товарный вид. Оно будет очень красиво смотреться. Наш пигмент в таком вот пакетике. Вот можете убедиться в том, что он зеленый. Он порошковообразный. Также этот пигмент можно использовать для тушь для ресниц или другой декоративной косметики. Он прекрасно растворяется с другими косметическими средствами и со временем цвет не тускнеет и не пропадает. Я вот еще раз покажу. Вот открою, такой вот пакетик удобный. Открою, чтобы показать. Вот такой вот он, порошкообразный, зеленый. Он концентрированный, поэтому добавлять нужно его немного, а значит он экономичный. Вот такой вот. Спасибо, что посетили наш канал. Приходите еще, не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!